Если ждешь теплое лето без дождей, тогда поставь лайк за 3 секунды. Всем привет, ребятки, мы продолжаем играть в Брикрикс вместе с Мишей Мегаджамбо. Всем привет. И у нас сегодня Лего Патруль, но не обычный, а морской. Короче, это что-то новенькое в Брикриксе, что-то новенькое у нас на каналах. Это что-то типа обычные Лего Погони, самый обычный Лего Патруль, только на кораблях. Если вам понравится, обязательно ставьте лайки. Плюс много людей, кстати, пишет, типа, а почему вы гоняете на кораблях с колесиками, где, собственно, вода, и что это вообще за бред? И многие из этого даже ставят почему-то дизлайки, пишут всякие гадостные комментарии. А дело в том, что в Брикриксе-то нету воды, ребят, мы как бы ни при чем. Вот, мы записываем, пытаемся для вас делать контент, а вы ставите дизлайки и спрашиваете, где вода, и потом просто нас берете, обсираете. Нету в Брикриксе воды. Как бы она там есть на одной карте, на каньоне, но она даже не материальная, у нее нету физики. Ну, короче, там записывать уж точно не вариант. У нас сегодня будут самые обычные, что типа погони, только на кораблях. Мы решили это все дело назвать морским лего-патрулем. Естественно, будем гонять по городу, по Лего-Сити, возможно, даже в аэропорту. На кораблях с колесиками. Ну там, вы видите, есть колесики. Короче, я первый, типа, как называется? Морская полиция, да? Типа морской полицейский. Да, морская полиция, да, да, да. Вот, посмотрите, у меня такое вот судно полицейское. Миша офигенный. У нас пират. Ну, да, короче, да, я вообще хотел найти нормальное судно, знаете, такое, типа, пиратская какая-нибудь лодочка или катер. Но я ничего нормального не нашел. Ну и типа, вот, пускай у нас будет на таком вот декоративном пиратском корабле. Кстати, у тебя есть даже пушка. Ну давай, угоняй от меня. В смысле, я у тебя, от тебя. Ну я патруль. Ай. Я патруль, а, я. Точно. Я этот, полицейский. Все, я. У тебя... Да, у меня мигалка даже есть. Ну я обычный полицейский, ты что думал? У меня даже есть значок и пистолет. Я понял. Нифига себе, ты быстрый! Да. Ну короче, ребят, мы еще в это вообще ни разу не играли, ни разу не записывали и даже не пробовали. Какие волны. Давайте представим то, что мы гоняем по воде. Ну а как только в Брикриксе, если вообще добавят воду, мы обязательно запишем что-то подобное, только уже обязательно на воде. Скажем. Ой, ты затоняешь. Не скажем, а покажем. Да-да-да. Скажем, знаешь, такое, типа, ну мы записали, но, ну короче, ставьте лайки, но мы вам это не покажем. Да-да-да-да-да. Самое главное, чтобы здесь не было корабля. Миша, ой, какой корабля? Поезда. Поезда, да-да-да. Лего-поезда нерушимого. Ладно, давай я на мостик. Давай, на мостик, короче, вообще. Без переспавниваний. Только это хотел сказать. Ладно, все вот, теперь давай, без переспавниваний. Окей, давай. Если разрушил корабль там или что-то это, вылазь, стреляйся. Представь, ну, что да, ты реально сейчас на воде. А это все затопленный город. Ребят, вы тоже, кстати, представьте. Вот. Да, это все не воображение. Травка, а это типа волны такие. Просто они зелененькие, но мы типа параллельной вселенной. Вселенной, да. На экране остановитесь, одно, остановитесь. А в другое. Блин, нет, вот если бы у меня еще была бы пушечка, это вообще было бы хорошо. А у меня пушечка есть. Да, я знаю. Оу, я прям ускорился, посмотри как. Да, вау. Перевернулся. Так, я перевернулся, но я не буду переспавниваться. Блин, я на детальку на какую-то заехал, давай. И что, не можешь выехать? Не, выехал. Ну что-то как-то плохо. Знаешь, что я с тобой сделаю? Выехал. У меня лодка спасательная вылетела. Ты что творишь? Вот засранец. Так, а где мои... У меня мигалки поломались! У меня мигалки, Миша, поломались! Что я за полицейский без мигалок? Ё-моё, пожалуйста, вставай! Вставай! Пожалуйста! Да что ты, блин, за корабль-то такой? Остановитесь! Переверни меня, переверни! Я переспавнюсь, окей, это у меня вообще минус корабль. Ты обнаглел? Ну, всё, ты переспавнился, а я нет. Ну, как бы я тоже... Ты два раза уже. Ладно! Пом! Блин, не повезло. Не если повезло, вы не остановитесь, я открою огонь. Нет, открываю огонь. Ай, прям возле меня, ты что творишь? Ты меня сейчас реально хочешь убить? Сейчас тебе пушку отстрелю. В смысле, я не могу попасть тебе? Ну ты не по мне даже стреляешь. В смысле, не по тебе? Какого фига? Да умришь ты. Ладно, затараним. Да я залез обратно. Ты что творишь, а? Получится. А у кого-то есть? О, ты меня перевернул, Нормально, продолжаем. Ладно, я угоняю. А, у меня пушка, все, нет. О, мигалки зато работают. Все, я настоящий полицейский. Посмотрите, сколько у меня там колесиков. Просто жесть, сколько их. О, я знаю, куда смотаться, чтобы ты меня не догнал. Славка, давай догоняй меня. Да еду. Давай, пытайся. Я же уезжаю от тебя. Да я должен догнать. Ай, меня корабль занесло. Ха-ха-ха. Неопытный полицейский опять в Лего-Сити. Да новичок. В на водяном городе. Водяном. Водяном. На водяном. Водняный.
Водяный, да-да-да. Так, ой-ой-ой, что с моим кораблем, ребята, посмотрите. Сейчас мы тебя на отправим на корм рыбам. Да не что отправишь. За корабль-то такой, хрен он переворачивается. Переворачивайся. Так, а, ну у меня типа много жизней, ну типа как обычно много патрулей, а вот у Миши нет. Получать, ну, да, а почему я не смог завернуть? Я такой еду, хочу завернуть, а оно не заворачивает. Ну все потому что ты лошара. Все время из-за того, что я лошара, вот блин. Ну, а чё? Нет, что ли? Ну остановись ты. Куда ты, блин, поехал? Сейчас, смотри, я тебя сейчас догоню. Я ускорение врубаю. Смотри, какой. Давай. 200 км в час. Остановочка. Остановочка. Моя остановочка. Ну, не моя. Моя, но не моя. Так, угоняем, угоняем, угоняем. Так, Слав, вот, смотри. Ты... Ой, нет, ты близко, близко, близко. Тихо! Я тоже могу ускориться, смотри. Да ты офигел. Все, я ускоряюсь. Ёп! Ни хрена себе. О, подожди. Давай, корабль, какого хрена ты не хочешь поворачивать? Давай, заднюю, пожалуйста, давай заднюю. Все, вы арестованы, остановитесь. Нет, о, все, подпалил. Взрыв. Где, у тебя взрыв был, ты, нет? Ты горишь, не я. Все, Миша, вылазь, сейчас горишь. Я тебе говорю, у меня нет огня. А, блин, да. Всё. Ой, я умер. Да. Блин, вот это обидно. Сейчас, подожди, пистолет. Да все, ты умер. Я умер, да? Да. Ну ладно. Теперь давайте я буду бандитом. Да какого хрена? У меня такое было мало от удара. Давайте. Да что по тебе попасть-то не могу сейчас. Да как ты по мне попадаешь? Я еще и кривой. Опа, опа. Ой, я тебе с разворота попал, вау. Да. Ну все, давай. Жена прям Миша сегодня везет. Ты будешь? Да, теперь давайте я буду бандитом. Погнали. Теперь я, ребятки, буду защищать этот город. Давай. На. Ты сразу стреляешь по мне? Ты да. Обнаглел? Ну что это за бред? Ладно, я таранить тебя буду. Таранить. Фигня это, что ты меня наоборот толкаешь. Блин, я самоубиваюсь, ты видишь? Что я такой медленный? Но зато я очень прочный, да? Я вообще капец какой прочный. Не сомневайся в этом. Опа! Ай-яй-яй! Это меня снова, блин, перевернул. Смотри, что я сейчас сделаю. А, не получилось. Я хотел тебя, типа, взорвать. Ты мне колеса сломал. Я знаю. Кстати, у меня тоже колеса сломались. Давай переспавнимся. Я уже. А, тогда я тоже. Опа. Видал, какая целенькая сразу стала. Ну дай мне уехать, что ты сразу меня... Давай. Ну я как раз... Я очень медленный. Ну, я поэтому и жду тебя как бы, если ты не понял. Вот жалко, пушек нету. О, здесь мигалки же есть, у меня нету мигалок. У меня же типа обычный корабль. Хотя это тоже вот, типа да. Coast Guard. Типа морской патруль, но это нет. Кстати, так. Побольше. Вы плывете слишком быстро. Остановитесь, да, пожалуйста. Нет. Либо будет применен огонь. По поражению. Ох, ё-моё. На поражение. На! И что ты сделал? Меня кораблем задавило. Своим же. Кораблем задавило? Да. Ой, дать плен? Ой. Че он такой медленный? Я хочу, чтобы у меня был быстрый корабль. Он у меня медленный. Но зато я ехать не могу. О. Можешь. Еду. Точнее, плыву. Опа. О. Зато маневренный. Маневренный? Да, я могу вот так. Не, нифига ты не маневренный, смотри. Я могу вот так сделать. Я тоже. Только я в заборе застрял. А, ну пожалуйста. Слава, не уезжай от меня, ну пожалуйста. Ты что делаешь? Ну а нафиг. Блин, об деревья. Ой, я тебе... Офигеть, я тебе борт сломал. Ты мне борт сломал? Все, я не могу, блин, ехать. Вылазим. О, у тебя последняя пуля была. Ой, лошара. Ты в мой сел? Да ты обнаглел. Ограбил полицейского. Ладно, все это корыто переворачиваем и выпрыгиваем. И убегаем, да? Да. Ну ты не убежишь от меня, потому что я тут самый опасный. Ой. Попадаешь, да? Я с криминалистического пистолета лучше стреляю. Намного. А почему у меня золотой пистолет, подожди? Не знаю. Вот, я обычный. Поменять, да. Ну что ты в этом был? О, все, убил. Ну блин. Я менял пистолет, ну так не. Ну давайте тогда еще раз буду бандитом, это что-то как-то быстро. Сейчас я только быстренько свой корабль прокачаю, он реально какой-то медленный. Все, значит, прокачал корабль, посмотрите, он к экзибиту попал на прокачку, и теперь он меня реально топит жестко. Ой, боже, какая 150 шутка. Километров. Сколько? 150. 170 даже было. Так, теперь надо затормозить. Больше. Ну давай догони.
Ёпарный театр! Полицейский нубик, лошарик. Ну сам ты нубик. Он тебя завернуло как. Ну все, капец тебе. У меня подсветочка есть, смотри. Нет, пожалуйста. Ой, фух, чуть не упал. Подсветка есть? Да. Серьезно? Я не видел. Ладно, все, угоняем. Ну, увижу. Нифига ты завернул. Типа я должен тебя буду искать, ну ладно. Ой, опять перевернулся. Я тоже. Так, давай, ну, топи. Куда ты там втопил? Слава, я еду тебя искать. Миша, обманули. Мишу легко обмануть. А вон у нашей Миша. Ты меня заметил? Давно? Да, он меня заметил. Я знал, что там. Давай! Бум! Офигеть. Я еще и перевернулся. О, загородил путь. Ну, так просто делаем и все. Ай, не стреляй. Вовремя, да? Ну давайте детали, едьте, блин. У меня на деталях он застрял, этот корабль. Давай, вылазь. Блин, я что-то поломал ногу. Эй, не дави меня. Блин, как выйти отсюда? Блин, повезло. Ай, я реально сел на миль. Ай, ё-моё, что произошло? Ты взорвался. Что ты сделал? Понимаешь? Ты у меня, короче, подтолкнул мой этот. Блин? Понимаешь, ты подтолкнул, короче, мой корабль, и он в здание врезался. Не, у меня вроде все нормально. И ты меня просто такой заспавнился и... привет. Сел, короче, и взорвался. Все, я угоняю. У меня последняя жизнь, давай. Ну давай, я согласен. А то ты вообще обнаглел. Да, опять там какие-то детали, блин, отвалились. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, осторожней просто. Куда ты там втопил так сильно? Ты хочешь меня опять обмануть, что ли? Да, я хочу уехать. Я переспавнился, потому что у меня опять дно, блин, поломалось. Да ты обнаглел. Да дно. Ой, втопи, я не хочу прилететь мимо него. Все, ты уже мимо. Ёпарный театр. Там просто некоторые детали прям по полу это. Ну да. Из-за этого ломаются. Все, Слава, я тебя точно догоню, и в этот раз у тебя не останется шансов выжить. Посмотрим. Я тоже быстро, не забывай. Быстрый. Ты сейчас перевернешься. Блин! Ты не умеешь ходить в повороты, как я. Да, блин, ну, тебя просто везет, понимаешь? Везет. О, давай, смертельную гоночку устроим на кораблях. Смертельную гоночку на кораблях? Да. Да, это будет жестко, ребят. Самое главное быть осторожным. А Славик может сейчас втопить, кстати. Слава, не втапливай, пожалуйста. Видишь, я сзади тебя, Слава. Вижу. Блин, мне что-то колесо отвалилось. Ань, меня догоняет. Ой, нет, пожалуйста, отвали. Все. Да так нечестно. Все честно. Да хватит по кругу ездить, давай иди ко мне, блин. Вот реально, давай, по последней жизни, без переспавниваний. Давай. Фум, блин, ну нафиг. Все, ты перевернулся. Да. Блин, ребята, что делать? Он давит меня, он хочет задавить меня, ребята, умри. Просто. Как ты еще живешь? Я пролагал просто. Нет, ребята, он хочет меня задавить. Колеса не ломайтесь, давайте давим его. Так, а ты где там? А ну иди сюда. У тебя бронезащитное стекло, ну да, так нечестно. Да, ну просто стекла плохо простреливаются вообще. Ай, все, я сейчас сяду на мель. Блин, а что это за кнопы? Ой, убегаем, ребят, убегаем. Славик хочет нас окружить. Смотри, ты хочешь уехать, что ли? Ты обнаглел, что ли? Нет. Ёп. Ты фиг ли там оказался? Патроны-то у кого-то поменьше патронов. В смысле, как ты меня опять убил? Я тебе в голову попал. Не, у меня 73 хп осталось. Ну ладно. Честно. Я угнал, я победил. Да, да. Вон, смотри. Все, сам я уехал. Едет. Не, я сел туда, на ходу. Я смогу? Ай, ой, блин, нет, зачем ты меня переспавнился? Ну все, короче, я победил. Бандит в этот раз выиграл.
В принципе, это все. Да, обязательно подписывайтесь на наши каналы. Если вам понравилось, ставьте лайки. Пишите в комментариях, что еще нам записать, какие, может, погоня, какой патруль. Вот, может, там самолетный, вертолетный, не знаю. Может, еще, кстати, мы такое и запишем. Ну и что еще можно придумать с этими корабликами? Кстати, где мой пистолет? Ты что, у меня его украл? Я его украл. Вот засранец, а? Ладно, все, давайте. Всем пока-пока-пока-пока-пока. Всем пока-пока.